Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего 6 сезона с модом Pixelmon. И перед тем, как приступить к нашему выживанию и путешествиям, давайте же посмотрим, какое развлечение нас ожидает в этой серии. Не забываем в нем участвовать. И сейчас, ребята, мы потопаем. И, в принципе, сначала я бы хотел сказать вам спасибо за то, что мы на предыдущей серии набрали целую 1000 лайков. За это, ребята, вам большое спасибо. И, как я обещал, вот вам околочасовая серия. То есть, большечасовая, ну, не могу просто-напросто сделать. Поэтому, мне кажется, будет около так часовая. Я не знаю. Вы, в принципе, уже можете посмотреть, сколько она идет. Потому что видео, можно сказать, уже залито. Я еще нет, потому что я только сейчас ее делаю. И, ребята, если вы хотите больше серий, которые будут длиться, также, в принципе, около часа, а не как, ну, как некоторые делают, да, там серии по 15-16 минут, если вы хотите вот такие длинные серии, если вы хотите, чтобы серии выходили как можно чаще, если вы хотите, чтобы новая серия Pixelmon вышла уже завтра, да, то есть сразу много серий Пиксельмона с каждый день, если вам просто-напросто неохота ждать новой серии, то просто-напросто поставьте лайк. Ребята, если мы на этой серии также наберем 1000 лайков, я, во-первых, я буду очень сильно вам рад, потому что, ну, это меня не может не радовать. И я специально для вас сделаю еще раз одну длинную серию, и она выйдет завтра, да. То есть, если вы сейчас смотрите это видео, то завтра опять выйдет такая длинная серия. Все, что у вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Я, ребята, буду очень сильно рад, если мы наберем 1000 лайков опять на этой серии. И также не забываем писать комментарии. Я люблю читать ваши комментарии, если вы не знали. Все, что у вас требуется, это просто-напросто их написать и оставить. И сейчас мы будем приступать к нашим путешествиям, но перед тем я еще раз хочу сказать, ребята, не забываем подписываться на мой канал, кто еще не подписан, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Ну и, в принципе, ребята, потопали. Куда мы сейчас будем идти? Кто не знает, нам нужно докачать наш ор. Осталось 120 убийств, и мне кажется, за эту серию мы уже, наверное, что за бред? Ладно, сейчас перезайду. Так, вроде перезашел, сейчас посмотрим. Да, ну не знаю, может я читы не включил, да, то есть вот когда вот это открываешь, может там я не включил какую-то команду, поэтому оно не хотело телепортироваться. Ребята, мне кажется, что за эту серию, в этой серии мы наконец-то уже справимся. Мы наконец-то уже сможем, так, тут повыпадали вот эти, да пофиг его знает, честно. Ладно, так, это сюда, кушать есть, все есть, замечательно. Нам нужно, так, дайте, вот, замечательно. Ух, нам нужно бы было уже выложить вот эту эмполиошу. Еще шмоточка выпала. Прямо... Я один заметил, что нам сейчас выпала шмоточка. И мы убили покемона с помощью Эмполиона, а не с помощью Пачерису. То есть это, может, роли не играет. С помощью нее мы убиваем или с помощью... Или если она у нас в команде находится. Ребята, честное слово, я не представляю, что это сейчас было и с какого перепуга... Ой, не туда. С какого перепуга нам вообще выпала вот эта шмотка. Ну ладно, то есть я не против. Зачем я сюда вернулся? Затем, чтобы выложить нашего Эмполиона. Сюда поставить Пачерису. Вот так. И пока что я больше никого брать не буду. Потом мы вернемся и заберем. Ух, я бы очень сильно хотел, если бы мы в этой серии уже прокачали вот этого, как его там. Хотя нет, не то, что... Да, в принципе, прокачали орб, это во-первых. Так, сейчас, превьюс, вот так. А, это вот сюда. Ага, это все работает, кроме буквы. Вот так. Нет, опять не работает. Как меня вот это нахрен бесит? Знаете, это когда просто-напросто перезаходишь куда-то. Сейчас. Next party slot. Вот так. F. Что там еще на F есть? Да вроде ничего там на F нету. Так, вроде все. Вроде все замечательно. Я бы очень сильно хотел, если бы мы в этой серии уже наконец-то докачали наш орб. Так, давайте его сюда поставим, а то он так прокачиваться не будет.
Нам, ребята, его нужно уже докачать. Очень сильно нам его нужно уже докачать. И там осталось 120 убийств, чтобы он уже наконец-то был прокачан на максимум. И также, сейчас, секундочку, не убей, пожалуйста, нашу Риолу. Ты паскуда, не успела это сказать, как ты уже убил. Потому что Риола будет нашим заменителем капитана. Да, это наш следующий капитан. Давайте вот сюда. И зачем я его так сначала выпускаю? Потому что нам нужно прокачать ему счастье, да? Чтобы он эволюционировал в Лукарио, ему нужно 220 счастья. А сейчас у него... У него, да, потому что это мальчик. 116. То есть... Нет, ребята, в этой серии мы не будем его прокачивать, только по одной причине. По одной причине? Знаете, по какой? Я просто сейчас так посидел, подумал. Для того, чтобы он получал счастье с помощью прокачки уровня, да, то есть когда он прокачивает плюс один уровень, он получает счастье. Для него нужна шапочка. А этой шапочки у нас нету. Шапочки этой у нас нету. А сейчас ставить ее в магазин и пытаться ее получить, то есть накопить на нее ресурсов не вариант, потому что сейчас мы копим ресурсы на мастербол. Поэтому это не вариант. Вообще никак не вариант. Знаете что? Наверное, в этой серии мы его не будем прокачивать, потому что... Так, сказал, не будем прокачивать. Не будем прокачивать, потому что в этой серии нам нужно как можно быстрее уже прокачать наш орб. Да твою нафиг. Нужно как можно быстрее уже прокачать... Ты что, издеваешься? Твою... Вот. Нужно прокачать орб, но... Чтобы прокачать счастье Риолу, нужно выпускать его на улицу, чтобы он просто-напросто за нами бегал. Но сейчас я этого не могу сделать, потому что я буду каждую секунду вступать в бой с какими-то покемонами, да? То есть, чтобы как можно быстрее прокачать орб. И Риол уже будет каждый раз залезать обратно в покебол. Поэтому, ребята, это будет очень длинно, нудно. И я также опять буду забывать. О, буфет это там или кто? Буду много раз забывать его выпускать, а вы это не любите, будете кричать, мол, Эдисон, ты опять забыл выпустить Риолу, поэтому в этой серии мы это делать не будем. Сколько у нас там осталось? 116 убийств, то есть к концу серии мы должны это прокачать, и к концу серии мы должны набить как можно больше ресурсов, потому что, если мы прокачаем орб, то в то же время нам нужно иметь... Необходимое количество ресурсов для того, чтобы купить мастербол и чтобы наконец-то пойти и заспамнить первую легендарную птицу, и не только птицу, а вообще покемона в этом сезоне, это у нас будет Артикуну. Поэтому с этим нам нужно справиться как можно быстрее, и в принципе, как видите, вот, кто это там, Наполеон, я надеюсь, что к концу серии мы сможем это справиться, учитывая то, что серия обещает быть длинной, да? То есть мы должны как можно лучше с этим справиться. Вроде ресурсов, но смотрите, тут 18, тут 1, тут 8, тут 1, тут 5. То есть, а сколько у нас? Так, это меня беспокоит немного. Так, ладно, у нас, короче, было 8 серебряных монет. Я не знаю, куда они пропали. Может, я их просто-напросто в сундуки выложил. Если я их выложил в сундуки, то я потом пойду и заберу. Если я их нечаянно там удалил или еще что-то, то я себе их верну, потому что, ну, случайно я их удалил. Но мне кажется, не стал бы я их удалять никак или выкидывать, потому что я не помню, чтобы мы вообще что-то выкидывали. Мне кажется, я их просто, наверное, выложил там в какой-то сундук, и они просто-напросто там сейчас валяются, и мы придем и их заберем. Ну что, и знаете, все-таки... Я вот так подумал тогда, дайте это сюда, нам выпал левел болл, ребята, нам выпал левел болл, и нет, все, только левел болл нам выпал, офигеть. Нет, это не болл, ребята, это не болл, это грибок, я тоже каждый раз путаюсь, когда вижу вот этот гриб, который там валяется, просто я уже вот эту местность знаю очень хорошо, мы тут уже не знаю, сколько серий проводим, в принципе, после того, как мы прокачаем орб и заспавним Артикуну, то мы отсюда, наверное, свалим, потому что, ну, иногда нужно менять местность, не только мы же будем проводить всю серию вот тут, да? Это будет, ну, в принципе, очень нудно, и, если честно, мне уже надоело, а не то, чтобы проводить весь сезон тут, не всю серию, весь сезон. Вот. И сейчас посмотрим, ребята, сейчас посмотрим, как можно быстрее... В этой серии, знаете что? Сейчас, дайте я на него попаду.
Вот. А в этой серии я, наверное, не буду спавнить Артикуна, да? То есть в этой серии будет хорошо, если мы успеем вот это все сделать, что нам необходимо. А в следующей уже серии мы, наверное, заспавним Артикуну. И следующая серия это будет особенная серия, да? Потому что все-таки заспавится первая легендарная птица. И было бы круто, если бы мы еще нормально словили ее, да? Чтобы она просто не выпендривалась, вот не могу выговорить. Не улетела куда-то, а чтобы просто-просто мы пришли, пум, кинули бол. Или просто вступили в бой и словили Артикуну. Так, больше ничего не выпадает, вроде ничего. Сколько? Ребята, как думаете? 97. Нам нужно убить еще 97 покемонов. А если учитывая то, что с каждого покемона нам выпадает по одной шмотке, то, в принципе, с 97 покемонов нам... Да ударь ты его, паскуда, уже нафиг. То с 97 покемонов у нас будет 97 монет. А это уже, можно сказать, полтора стака серебряных монет. Нет, полтора стака бронзовых монет. И нормально, нормально. То есть у нас уже будет практически 10 монет. Но брать... То есть рассматривать эти... Нет, да ну нафиг, он какой-то очень жирный, хотел сказать. Если это смотреть с другой стороны, то может вот сейчас, смотрите, как сейчас. А вот смотрите, вот. Сейчас нам выпало две монетки с одного покемона. Поэтому с каких-то покемонов выпадает одна монетка, с каких-то покемонов выпадает три монетки, а с каких-то покемонов выпадает вообще ноль монеток. А, поэтому тоже, знаете, вот компенсирует то, что когда выпадает... Три монетки, то эти три монеты компенсируют тех покемонов, с которых вообще ничего не выпало. Поэтому, мне кажется, это как раз такой круговорот в природе вот этих монеток. Но все же посмотрим. Что самое главное, я надеюсь, вот, что вот этот орб, который сейчас... ну, я не знаю, что с ним случилось, но вы видите то, что этот орб какой-то стал странный, да? То есть с текстурки... Так, это сюда... Охрен его знает, честно, вот... Вот пылесосов я почему-то, твою мать, не могу никак убить, хоть они и на 10 уровней ниже, чем мы, чем по Чирису, но я их почему-то убить не могу. Ну, не то, что почему-то, а, ну, просто неподходящая стихия, да, то есть электрический против. Так, иди сюда. Фух, сейчас посмотрим. Так, дайте я покушаю сам. Покушай сам, смотрим обстановочку, что и как, сколько, 90. Вот я говорил по поводу этого орба, вот смотрите, нормально орб выглядит, ну, как орб, да, то есть орб выглядит как орб. А когда его не то что эволюционируешь, превращаешь в другой какой-то орб, то он тоже сам превращается. Но этот сначала превратился все нормально, а сейчас с ним произошла какая-то хрень. И вы видите то, что он стал какой-то, как будто, ну, какая-то, ну, непрогруженная текстурка, да, можно и так сказать. О, снег пошел. Непрогруженная просто-напросто текстурка. Ну, то есть, я сначала тоже напугался, мол, нифига себе, что орб как-то запоролся, да, больше не работает. Но когда на него нажимаешь, то информация на нем отображается так же, как и на обычном орбе. Но, то есть... Я не знаю, ребята, наверное, все может случиться, в том смысле, что вот может мы... Так, дайте я шейдеры включу. Ух, нифига себе красиво. Как можем мы пойти и попытаться заспавнить Артикуна? Артикуна нам покажет большой и толстый, и длинный. Вот что нам покажет и скажет: нет, чувак, у тебя какой-то запоротый, нам не нужна дешевая продукция, нам нужный высший класс. То есть, мол, иди и заново качай какой-то другой орб. Вот так, наверное, нам и потом и скажут. Но будем надеяться, что все-таки орб будет нормально работать. Хайпер, сейф, какие-то. Так, давайте сейчас посмотрим, нормальная ли это атака. Хайпер. Да, ну, сейчас посмотрим. То есть, посмотрим на больших покемонов. Вот, давайте на этом пылесосе. Нам больше... Выпадало, не успел сказать, выпадало нам что-то. Выпало вот фреш уотер нам выпал. Фреш уотер, уотер нам выпал. Нормально, нормально, ресурсы падают, и сейчас, дайте я его добью, ну хрен его знает, честно. Ну то есть, убить мы его можем, конечно, ни с одного, ни с двух ударов, но все же, убили. А знаете, что мне сказали подписчики, то есть я, извините, не помню, кто сказал, но сказали то, что чем выше уровень по Чирису, так, иди сюда. Чем уровень... Да твою мать! Вот они нас троллят просто. Чем выше уровень по Чирису, тем больше шанс, что выпадет шмотка. То есть, что-то в этом вроде. Но просто мне интересно, действительно ли это вот так? То есть, когда... Если будет
сотый уровень по Чирису, то что нам шмотки будут выпадать с каждого покемона, и с каждого покемона нам будет выпадать там по мастерболу, да? Конечно, размечтался, да? Размечтался Эдисон с каждого покемона, обычного покемона хотел бы по мастерболу. Но все же, было бы круто, если бы хотя бы что-то нормально выпадало. Вот еще там что-то выпало, смотрите. Хэви Болл нам выпал. Хэви Болл хоть... Нормально, ребят, это такой... Я просто удивляюсь, как обычные покемоны в этом сезоне нам пока что, ну так, более-менее заменяют вот этих, как его там, так, залезай. Заменяют... Дайвбол выпал. Заменяют боссов с предыдущего сезона, потому что в этом сезоне мы встретили только двух боссов. Первого мы не убили, второго мы убили вроде в предыдущей серии, или в предыдущей серии мы убили вроде... синего Магнимайта, если я не ошибаюсь. Да, вот этого Магнимайта, только он был синий какой-то, я не помню какой, 40-й вроде уровень. Мы его убили и выпали, я не помню, вроде нам орб еще один выпал, и вроде там еще что-то выпало, я не помню что. Ну тоже какая-то фигня, что-то в этом роде, сейчас, дайте я добью. Что-то вот в этом роде нам выпало, какая-то фигня. Поэтому я честно, ребят, я не знаю, да ух ты, нифига себе, 39 уровень, смогу ли я его, конечно смогу, по Чирису все сможет. И что самое главное, по Чирису уже 50 уровень, это охренеть, если честно. Сейчас, знаете что, давайте немного разнообразим, с помощью Райхорна кого-то мы тоже запинаем, если мы, конечно, сможем. Если у него какие-то атаки, да, мы, похоже, словили какого-то засранного Райхорна, у которого нету ни одной... нормальные атаки. Зато Пиджотто нас может... Да, с Пиджотто нас нормально сможет затащить. То есть не нас, а с помощью Пиджотто мы сможем затащить. Потому что Пиджотто, в принципе, тоже уже нужно прокачивать. Мы уже можем, да, на нем. Да, мы уже давно можем на Пиджотто. А нет, не можем. Я не знаю, может... Не можем ли... типа он сам напал, зараза. Не можем мы летать. Ну, в принципе, давайте сейчас прокачаем... Я не знаю, к какому уровню, ребята, мы будем качать Пиджотто, как думаете? Мне кажется, я не знаю, честно. Давайте, может, может, где-то к 40-му, да? К 40-му, к 45-му, а потом мы его выложим. Так, тут больше никого. Райхорна. Ух ты, ни хрена себе я напал. Ни хрена себе я напал на 43-го уровня. Да ну тебя в попень! 43 уровень у нас, в принципе, легко запинает. Был бы у нас какой-то другой покемон, ладно, но вот это не очень. Фу, я пока что никого толком не вижу. Вот может на этой полянке тут будет кто-то нормальный. Я как-то, если честно, даже больших уровней перестал видеть. Вот такие сейчас гуляют тут. Мари по 10 уровней, больше никто. Так, сейчас мы... Посмотрим, дайте я убью вот этого Марипа. И там еще, так, тут, выпало. Все-таки, вы смотрите, сейчас. Вот так, что-то выпало, вот тут, да. Шмоточка, новая шмоточка. Круто, нет, орб забираем, потому что орб мы же все-таки прокачиваем. Если он вроде не качается, да, то есть когда его ставишь в инвентарь, он не качается. Он только качается, когда он тебя вот в этом слоте, да, слотах вот этих находится. Поэтому, сколько там? 58! Ребят, так, наверное, сейчас мы уже его... Ух ты, ни хрена себе. Флаффи, Пиджотто. Кто победит? О, мы. Пиджотто. Наверное, в принципе, да, к концу серию мы это прям обязаны докачать, потому что сколько там, 57 слотов осталось, это еще, ну, немного, 56, вот 55, то есть сможем, конечно же сможем. Я, если честно, сейчас больше волнуюсь о вещах, да, хватит ли нам вещей, чтобы купить мастербол, а потом уже, наверное, вот об этом орбе, да, потому что, в принципе, он уже практически докачан, поэтому там ничего такого нету. Я бы Райхорна еще, если честно, хотел прям, о, шмоточка, ребята, что за хрень? Почему мне ш... Я даже за... Вот смотрите, еще один хэви-бол выпал, я только сейчас заметил. Я даже за, но... Как вы видели, я убил покемона с первого раза. То есть на начале серии я подумал, может это какой-то баг, да? То есть...
Я убил покемона с помощью Эмпулеона, мне выпала шмоточка. Я подумал, ну, может, какой-то баг. Но сейчас я убил покемона с помощью Райхорна, мне опять выпала шмоточка. Что это за хрень? То есть, я рад, я ничего не имею против этой, ну... Круто, вот еще одна шмотка выпала. Еще одна шмотка выпала. То есть я ничего не имею против, но... как? Мне просто интересно, как это все работает. Это работает тогда, когда у нас есть такой покемон, как Пачерису в команде. Или тогда, когда мы только таким покемоном убиваем другого покемона. Но как вы сейчас можете заметить, наверное, тогда, когда у нас есть в команде. Потому что все-таки... Странно то, что мы... Ух, ни хрена себе. То, что мы убиваем с помощью Райхорна других покемонов, и нам выпадают шмоточки. Так же, как с Эмпулеоном было, да? Так, Райхорн. Как думаете, к какому уровню мы сможем докачать Райхорна в этой серии? Он у нас 27-й. Ну, в принципе, если мы вот сейчас качаемся на таких мелких уровнях, то, конечно, мы его сможем, может, докачать максимум к 28-му. И то, если сильно повезет. Я, если честно, вот сейчас больше так качаюсь на марипах, потому что они очень прибыльные, да, ребята? Они очень прибыльные в том смысле, что с них выпадает очень много шмоток. Ну, да, шмоток, можно сказать, вот этих, как его там, шерсти. А шерсть мы можем продать. И это, если честно, очень круто. Так, дайте я... Вот его запинают, еще вот это подниму, и больше вроде ничего. Так, небольшая передышка, ребята, небольшой перекур. Фух, давайте поскладываем это сюда, сюда, да? Чтобы просто-напросто не валялось. Вот смотрите, так, сюда, сколько у нас? 42. Смотрите, один стак, вот тут у нас 1,5 стака, вот тут у нас 2, вот тут у нас 2,5 стака. Вот тут у нас может даже 3 стака. Вот смотрите, вот этот нижний, вот этот нижний уровень, тут у нас может даже 3 стака. Если у нас есть 8 монет, дайте-ка я немного камеру опущу, наверное. Если у нас есть 8 монет, вот. Если у нас есть 8 монет, то получится 11. Но я вроде в предыдущей серии заметил то, что у нас даже в этом, в сундуках были еще нужные нам вещички. Поэтому мне кажется, мы уже выходим на нужную нам сумму. Да, ребята, мы, наверное, сделали уже вот это. Да иди ты в пень, капут, ребят, меня уже это задолбало. Сколько там серия идет? Серия уже идет 20 минут, и 20 минут нахрен хреначит вот этот снег. Это уже, если честно, надоело. Нападай, я так и знал, что ты нападешь. Фу, сейчас мне может идти что-то попить, это уже в горле пересохло, если честно. Салео, Везер Клир, Поке Хилл, Сало. Я не знаю, в принципе, ну, да, наверное, мы его сейчас сможем убить. Убили мы его. Может, если он нас сейчас... Нет, не убьем. Давайте сразу тогда по Чирису уже можно выкладывать, но я не хочу ее выкладывать. Потому что она тащит. В смысле, в том смысле, что дает нам нехреновые такие прибавки к нашим вещичкам. Это круто. Фу, магнимайт. Сможем мы его задолбасить? Сможем, но долго. Долго. В принципе, Райхорна нужно прокачивать. Мне кажется, он уже сейчас будет 28-й. Я прав? Да, я прав. Он 28-й уровень. И нам выпал еще один Heavy Ball. И тут Мунбол нам еще один выпал. Офигеть, сколько нам вещей падает. Если вы не заметили, то у нас самих уже 60-й уровень. 60-й, мать его, уровень. Еще знаете что, ребята? В следующей серии мы, наверное, уже сделаем фосил машину. У нас есть фосил... Мы делали фосил клинер? Да, у нас вроде фосил клинер стоит на кухне, вроде. Стоит вроде там на кухне. И, ребята, я уже наконец-то посмотрю, что за покемон нам попался в первой серии. Кто не помнит, мы в первой же серии нашли фосил покемона. И что самое главное, ну, как бы, я не знаю, до исторического покемона, до закаменелого. И что самое главное, мы не нашли его банально в океане, да, там, где очень легко это все добыть, да, потому что... В океане дохрена вот этих всех фосилов. Нет, мы его стандартно нашли в шахте. Если честно, это повезло даже нам. Я, если честно, вообще не ожидал то, что мы его там сможем найти. Так, сейчас, один удар. Ух, охренеть.
Не, ну, ну да, ты скотина прям жестокая. Жестокая скотина. Да иди ты в пень, я не могу нахрен убежать от тебя, зараза, ты толстая. Так, знаете что, давайте мы идем поспим. Я не хочу опять ночью ходить, бегать. Давайте мы быстренько идем домой, быстренько поспим и вернемся туда же. Потому что нам осталось около 40 убийств или... сейчас. У меня есть идея. У меня есть идея, вот смотрите, где остров. Вот. Тут есть какие-то крутые покемоны. Должны быть. Может. Ледиба. Я не знаю, честно. Может они есть? Ну вот эти шелдеры, может... Да, Ледиба. Но мне интересно, падают ли с них шмотки. Если с них не выпадают шмотки, нам это нахрен не нужно. Потому что этот сезон, в принципе, сейчас только держится на шмотках. Но вы себе не представляете, как их офигенно убивать. Мы их будем убивать с одного удара, мне так кажется. Вот смотрите, этот же Слоупоша, 30 уровень. Мы, по сути, его убьем с двух ударов, потому что все-таки водный покемон против... нет, наоборот, электрический покемон против водного покемона, это прям жесть полная. Вот смотрите, мы вот этого 37 уровня убьем, ну, не скажу, что там с одного удара, да, с трех ударов. Вот, замечательно. Не нападай, не нападай, не нападай на нас. Ну, шмоточки не выпадают, да, то есть, ну, нужно тоже выбирать. То ли мы идем и убиваем мелких уровней покемонов, из них выпадает нормальное количество шмоток. Или все-таки мы идем убиваем больших покемонов, да, больших уровней, но нам ничего не выпадает. Потому что вы видите, то, что с этих покемонов нам выпадает по два куска опыта. Это до хрена, я согласен, ребята, это до хрена, но фиговенько то, что с них ничего не выпадает. Я вот это не знаю. Нам сейчас очень нужны шмотки. Вот сейчас нам действительно очень сильно нужны шмотки. И без них... По Черису там еще одна. Вот смотри, кого я вижу. Кого я вижу, я бы очень даже хотел его словить. Слоупоша нет, Слоупоша нам не нужен. По Черису тоже нам не нужна. Снайпер! Как всегда, снайпер Эдисон затащил 9 квикболов. Словись. 1%! Да, все, можно заканчивать сезон. 1%. Не, ну, в принципе, это круто. То есть, хоть и 1%, но все же есть... Это кто там, Спирал? Есть какое-то продвижение, знаете, то есть чувствуется. Нет, ребята, мне кажется, наверное, все-таки... О, смотри, новая вещичка выпала. Все же мы будем... Отсюда уходить, потому что, ну, может круто, да, то, что нам выпадает. Да иди ты нафиг, куда ты толкнул меня, пнул меня, мол, иди поплавай, зараза. Может тут и круто, большие уровни покемонов, но сейчас, ребята, нам и так нужно сюда возвращаться, потому что без шмоточек мы ничего не сможем сделать. А все-таки шмоточки нам еще нужны. Нам, во-первых, нужно еще 27 убийств, а во-вторых, нам нужно еще... Я, честно, пока что не знаю, я не знаю точно, сколько шмоточек, но я надеюсь, что немного. Я надеюсь, что немного. Сейчас уже и Райхорн будет 30 уровень. Мы ему уже сколько? В принципе, если он сейчас будет 30 уровень, да, вот 30 уровень, то мы ему уже в этой серии прокачали 3 уровня. Это нормально. Это даже очень круто. Так, давайте его быстренько. Опа, ничего. Нет, вроде ничего не выпало. Ну, я в том смысле, что я всегда забываю, да, когда ломаю траву, то... ломаю траву и говорю, что ломаю траву. Нет, вот еще одна новая вещичка. Когда стрижу марипов, то с них выпадает, ну, шерсть, и она падает на землю. И всегда почему-то падает за нами. Это нужно возвращаться и поднимать. Так. Так. Сейчас, ребята, мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Да запинай ты его уже. Вот, замечательно. Фу, я, если честно, уже немного устал вот тут. Дайте... Как-то сяду поудобнее. Ну, о, так. Вот так будет намного удобнее. Сейчас мы, ребята, посмотрим, сколько у нас уже. Два стака, тут уже два стака, тут уже практически три, тут практически четыре. Все, у нас, можно сказать, уже в инвентаре есть нужное нам количество.
Ну ладно, то есть не будем мы сейчас идти продавать, зачем будем торопиться, и потом и так сюда нужно будет вернуться, потому что нам еще нужно убить 20 покемонов. А зачем мы будем торопиться, если мы просто-напросто сейчас, твою мать, докачаем вот этот орб, потому что я уже, честно, я уже нафиг запарился его качать. А, сколько там, 20 убийств осталось, и иди ты уже в пень, вот этот орб, он меня уже, если честно, заколебал. Фух, замечательно. После этого... Ух, охренеть, у меня залагало. Я прям напугался, чтобы майн не вылетел. Потому что когда он вылетает, ребята, там такая жопа, когда этот майн вылетает и прерывается вот эта запись видео. Там видео начинает обрезаться, потом его нужно исправлять ошибки из записи, да, то, что, ну, видео неожиданно прервалось. Это потом охренеть, сколько мороки. И потом еще и видео может обрезаться на 10 минут, и вот этот бы разговор, что я сейчас говорю, не записался бы, да, потому что видео бы обрезалось. Это там охренеть, сколько вот этой всей фигни. Поэтому лучше, чтобы майн не крашился вообще. Было бы круто. Сколько там уже серия идет? Серия уже практически идет полчаса. Это, знаете, как мини-стрим. Я бы... О! Таймер был. Честно, ребята, я бы очень хотел стримы проводить. Я прям бы, не знаю, я бы, наверное, целыми днями постарался бы с вами сидеть и просто-напросто играть в тот же майн или еще что-то. Но, к сожалению, я не могу этого делать, у меня и нет не тянет. Ребята, у меня просто-напросто и нет не тянет, а в моем городе нету сильнее нета, чем вот это. Да, как бы это странно не звучало, у меня, когда я жил в Украине там, сколько я жил, когда я там жил? 1, 2, 3, 4. Я охренеть, я 5 лет назад там жил. У меня 5 лет назад был сильнее интернет там, чем тут сейчас. Но я ничего не могу сделать, ребята. Тут такой интернет в Португалии. Тут 10 мегабит, вот эти мегабайт, считается то, что он прям суперский, да. Это учитывая то, что у меня в доме как бы все держится на интернете. У меня дома 3 компа, у меня, у моей мамы, у моего папы. И как бы весь интернет делится на вот эти 3 компа. Потом еще 2 приставки вот этого для телевизора. То есть мы хоть и живем в Португалии, но у нас есть вот эти приставки для телевизора, да. Как будто, ну, есть спутниковая тарелка, это у меня стоит. А там в другой комнате и в кухне там стоит, я, ну, какая-то приставка к телевизору, да, что ловит какие-то там каналы. Короче, мы живем в Португалии, но можем смотреть и украинские, и русские каналы, и как бы много всех каналов. И, а вот эта хрень, одна вот эта хрень жрет больше интернета, чем 3 компьютера вместе взятых. А у нас 2 такие хрени, то есть 2 такие хрени жрут как 6 компьютеров. И плюс добавьте еще 3 компьютера сверху. То есть, и вот это все поделите, сколько на меня уходит интернета. Это охренеть просто. Я даже иногда, когда там, не знаю, в какие-то другие игры играю просто-напросто по сети, то у меня уже глючит. У меня уже глючит. Я не могу играть, потому что у меня там 200 пинга, да? Когда там все сидят за компом, все смотрят. Да стой ты на месте, ты жопа синик. Иди. Охренеть, как он бесит. Иди. А, они в бою. И поэтому, когда все сидят за компом, да, там вечером все смотрят телевизор, то я, если честно, даже не могу ни во что поиграть. А еще бывают такие случаи, когда они там музыку качают, фильмы качают, там еще что-то качают, то тогда вообще нахрен, я сижу в игре. Ну вы там качайте, у меня тут какая-то решающая игра, а у меня там 2000 пинга. Я, конечно же, подожду, знаете. А что тогда говорить о стримах, да, если у меня глючит обычная игра, а на стрим там, ребят, там на стрим охренеть сколько интернета нужно, если честно. Там прям много нужно, чтобы у тебя прям суперский интернет был, но это не очень, ребят. Я понимаю, что ты меня заморозил, скотина, но харе, то есть, ладно, заморозил, разморозь. Пиджотто, накажи его задницу наглую, пожалуйста, Пиджотто, ты же знаешь. Ладно, обойдусь без твоей... Короче, иди ты в пень, пожалуйста. Я тебя вылечу, сейчас тебе жопу-то твою надеру, синюю. Поэтому, ребята, еще раз возвращаемся к той теме. Стримы пока что я не могу делать. Я не знаю, будет ли у меня когда-то лучший интернет, будет ли вообще в этой Португалии лучший интернет, чем сейчас. Я, ребята, не могу знать. Но все же, можно сказать, около часовая серия, это уже, можно сказать, в какой-то степени мини-стрим, да, потому что около часовая серия, это реально охренеть просто. Так, вот. А опять этот дождь, снег, ну, когда в других биомах идет дождь, то тут идет снег. Сколько? 12. О,
Я уже так запарился, ребят, вот этот орб качать. Это охренеть, честное слово. 11. Это еще потом, если мы будем других... так, ничего там не выпало. Если мы потом будем еще других легендарных птиц спанить, это вообще охренеть. Нам еще таких 2 орба качать. Ну ладно, то есть это тоже не миллион. Раз один прокачали, значит потом еще 2 мы сможем прокачать. Но самое главное, нам нужно потом будет устраивать поиски самих алтарей, да, то есть, ладно, ладно, алтарь в зимнем биоме найти проще простого. Это, наверное, самая, твою мать, самая легкая вещь, которую можно найти в моде Пиксельмон. Как бы это странно ни звучало, но алтарь Артикуна очень, очень легко найти. И когда мы тут качались, то я нашел где-то 10 алтарей вот этих Артикуна. Но, в принципе, нам нужен только один, если вы, конечно, не собираетесь качать 10 одинаковых орбов, да, чтобы заспавнить 10 Артикуна. А если учитывать то, что нам еще нужно найти алтарь Молтреса и алтарь Забдоса, алтарь Молтреса в глиняном биоме, алтарь Забдоса в саванне в горах, то это вообще жопа, честно, ребята. Так, давайте я вот так выключу, потому что и снег, и ночь уже наступает, это вообще жесть, если честно. Ух, 48 уровень, и ты нафиг. 3-4, 3-4 еще, в принципе, можно попробовать убить, но, как видите, не очень. Пиджотто, знаете что, ребята... А нам еще в магазин нужно будет поставить экспрешер. Потому что это полезная хрень. А вот так качать, перетаскивать покемона каждый раз, да, то есть кидать сначала одного, потом другого, не очень хочется. Нужно просто кинул одного какого-то главного капитана, и с его помощью качаешь других в тот же момент. Так, 4 убийства, охренеть. Как я уже запарился, честно, качать вот, это, вот этот орб. Ребята, ну сейчас, уже подождите, тут парочку минут осталось. Мы уже практически его докачали. И вещей, мне кажется, у нас уже действительно хватает. Да ударь ты его уже нафиг по его жопе, пылесосущий. Так, сколько? 3. Как я уже, честно, у меня уже глаза закрывают, и уже реально спать хочу, и не знаю что, но уже нужно докачать вот этот орб нафиг. Конченый орб. Иди-ка ты вот сюда. Один. Сейчас один. Последний. Ребята, последнее убийство. Ударь, пожалуйста. Ударь ты его уже. Еще раз ударь ты его. Да, ребята, мы это сделали. Наконец-то прокачанный full orb. Это жесть. Возвращаемся быстренько домой. Возвращаемся, сразу же идем поспим. Сразу поспим. Нужно будет уже достроить свой дом до конца. И, в принципе, уже даже нужно начинать строить магазины. Потому что вы видите то, что, ну, уже не знаю, какую 10-ю серию я ничего не продвигаю. То есть в этом доме все так же и остается, как и было. Знаете что? Так, дайте-ка я сюда поднимусь быстренько. Я просто хочу посмотреть мои монеточки. Не выкинул я их реально. Вот, 8 монет. И вот 10 шерсти, которую еще тоже можно будет продать. Что, вот это мы еще сможем продать. Что мы еще можем продать? Кости я не буду продавать. Кости нам пригодятся. Кости потом нам пригодятся. Много костей, конечно же, но они действительно потом пригодятся. Вот так, это сюда. Давайте вот это заберем. Это мы поставим. Так, это сюда. Нет. Это сюда. Да? И вот тут мы еще заберем вот это, потому что это, в принципе, тоже вещичка с Пиксельмона. Тут у нас ресурсы. Это сюда. О, нифига себе, еда там у нас валяется. Жалко, что в этом, я не знаю, я почему-то вроде устанавливал вот этот мод на сортировку инвентаря. Как бы инвентаря. И, в принципе, сортировку сундуков я как бы тоже устанавливал. Но почему-то, как видите, можете заметить, оно почему-то не установилось. Так, это сюда. Замечательно. Тут у нас что? Тут у нас ничего. Фу. Ладно, ребята, топаем продавать наши вещички. У нас есть 8 монет. Так, не обменник, а продажа вещей. О, начинаем. У нас есть только 2 стака. Только 2 стака у нас уже есть шерсти. Это уже 2 монеты. У нас уже 10 монет можно. А потом еще стак рыбы, это уже 11 монет. И потом стак, ну, в принципе, круто, ребята. Там все хватит. Так, уже 12 монет. Все, у нас уже есть 12 монет.
Ну, не 12, 10. У нас уже есть 10 монет. Так. Рыба. Сейчас это все тоже попродаем уже, наконец-то. 14 монет. Нет, какие нам... Я вообще о чем говорю? У нас уже есть 11 монет, и вот сейчас будет 12. Сейчас, я уже надеюсь, будет 12. Фух. Ну что, ребята, наконец-то мы это сделали. 12 монет. Вот это я не знаю, зачем я это добыл. Вот так. 12. Дайте я уже отдохну от того, что мы сделали, потому что это реально было долго. Мы наконец-то прокачали орк, мы наконец-то добыли 12 монет. И вот, ребята, момент истины. Твою мать, ты испортил такой момент. Хренакс. Мы прокачали орб, мы купили мастербол. Наконец-то. Можно его даже кинуть в потолок и забрать обратно. Главное не сломать. Круто. Ладно, сейчас. 38 минут уже серия идет. Я не знаю, будем ли мы спавнить. Давайте, знаете что? Я не знаю, честно. Сейчас, дайте подумать немного. Так, сейчас, секунду. Вот сейчас можем выкинуть Риолу, пускай он бегает и пускай качает счастье. А мы пока что, ребята, с вами подумаем. Будем ли мы в этой серии качать, точнее не качать, а спавнить Артикуна, или уже в следующей? Просто в этой серии я не знаю. Сейчас, дайте я вернусь. Так, куда нам? Вот. Ты там пока что побегай, Риолу, мы пойдем за нашим фосилом. И посмотрим, что это за фосил. Так, где он у нас? Вот он. Вот так. И сейчас опять залагала, мать его. Вот это сюда. Так, это. Вот, замечательно. Это тоже уже можно выкладывать, потому что уже куча тут всяких вещей. Все, да? Нет, еще вот это. Да, вот так. Вот так, замечательно. Нет, там еще что-то было? Или нет? Это уже, походу, мне показалось. Так, ладно. Ух. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Фосил. Так, да, давайте мы сейчас посмотрим, если у нас фосил. Да, вот у нас фосил клинер у нас есть. Вот, очищаем. И сюда давайте поставим вот это и вот это. Замечательно, сюда мы поставим вот это. Все, пускай это все тут. Это можно забрать. Хотя нет, это можно, в принципе, поставить. Зачем мы это будем забирать? Пускай оно там лежит. Нормально. Да, в принципе, еды там у нас, если честно, еще хватает нормально. Поэтому даже по этому поводу можно не париться. Фу, я реально уже заварился этот орб качать. Все, ребят, сейчас мы сделаем небольшой перерыв в этих орбах, потому что это реально уже задолбало, если честно. Хронидус, замечательно. Нам бы сейчас фусил машину сделать, если бы я помнил как. Если бы я помнил как она делается. Так, да, я про себя. Так, ну там вроде один. Сейчас, дайте я в верстак зайду. 1, 2, 3, 4, 5 алюминия, потом 11 алюминия и 1 редстоун. Потом 11 алюминия, 1 редстоун, потом 6 стекол, 3 ведра воды. Сейчас, дайте-ка я вот это заберу, вот это заберу. И вот это заберу. Вот так. Сейчас, ребята, мы это попробуем. Только там еще какой-то элемент не хватает. Там вроде еще обсидиан нужен. А обсидиан где-то у нас был, но я, если честно, не помню. Он вроде у нас в этой стороне. А у нас обсидиан вроде есть. Вот он. Да, мы же его добывали, ребята. Мы же его добывали. Вот тут, твою мать. Вот конченый вот это, этот предмет должен был нам все испортить, чтобы я сейчас возвращался назад и опять его выставлял в этот... Вот сюда. А у нас там... Смотри, ребята, у нас даже вот это. Это мы уже, в принципе, все подготовили, как я вижу. Так, это сюда. Да, мы уже тут много чего подготовили. То есть сейчас нам нужно... Это сюда. И вот это вот сюда. Ой, твою нафиг. Вот так. Это мы, в принципе, уже многое там подготовили. Нам сейчас нужно... Нам сейчас нужно вот это все создать. А вот эти все панели, только это будет долго. Нам нужно 11 частей. У нас там вроде одна наверху была.
У нас там вроде одна наверху была, если я хорошенько помню. То есть нам тогда нужно не 11. Сейчас. Да. А 10. То есть сейчас нам уже 9 нужно, потому что одна у нас там наверху осталась в сундуке. Если я помню, мы ее... Я не знаю, может мы ее нашли. А ща... Блин, это долго. Хотя, ну как долго? У нас есть еще другой вариант. Это пойти в какую-то равнину или в какой-то, я не знаю, другой биом и попытаться найти покетцентр. И просто-напросто как ленивые жопы взять и добыть оттуда вот эти части алюминия, да, то есть уже приготовленные, растоптанные. Потому что, когда ты ломаешь покехилку, то с него выпадает не все ингредиенты, из которых она состоит, а выпадает только вот этот один... Одна часть вот этого алюминия. Поэтому мы можем пойти в какой-то большой центр, сломать там три покехилки и просто-напросто это забрать. Что, мне кажется, наверное, мы сейчас и сделаем, потому что это долго. Сколько у нас там? 5. Дайте я быстренько. Что я нажал? Так, вот. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ленивая жопа Эдисона. Ленивая жопа Эдисона, да? Но все же, зато мы сколько мы времени сократили, ребята? Сколько мы времени скоротали на этом? Офигеть, как много. Так, сейчас. Это вот сюда. Да, я просто, ребята, буду вспоминать. Это. Так, сейчас. Нижняя часть, да? Сейчас нам нужно 1, 2, 3, 1, 2, 3. Замечательно. Сейчас 1, 2, 3, 4. Нет. Вот это я не помню. Хоть убейте, я вот это сейчас... А, нет, это не то. Это я сделал. Знаю, как сделать вот эту часть. Там нужно, ну, 3 ведра воды. А как последнюю часть сделать, я не представляю. Хрен его знает. Ща. Так, ребята, я понял, я все правильно делал, только нужно наоборот, нужно вот так. А я делал наоборот, я делал 4 обсидиана, 1 редстоун, нужно наоборот, 4 редстоуна, 1 обсидиан. И сейчас нам нужно пойти за водой. Да, ребята, нам нужно сейчас за водой пойти. В принципе, вода у нас тут под ногами, ну, в смысле, не прям под ногами, а вот тут сбоку. Да прогружайтесь вот эти текстуры, мать вашу. Так, это сюда. Вот так. 1, 2. Шикардос. Шикардос, идем домой. И сейчас мы даже сделаем... Сейчас мы даже сделаем... так, вот сюда. Сначала это сюда, это сюда. Охренеть, у меня почему-то лаги начались, я не представляю почему. Это сюда, это сюда, это сюда. Это вот так, замечательно. И сейчас это все нужно соединить. Вроде это все вот так делается. И да, у нас получилась фосил машина. Я пока что не знаю, куда ее засунуть. Можно пока что сюда поставить, потом ее переместим. И, в принципе, я не знаю. Давайте Кранидоса уже, наверное, в следующей серии разархивируем, да, потому что он сейчас спрятанный, как будто фосил. Вот этот фосил камень, да. Какой-то окаменелый камень. Окаменелый камень. Вот я тавтолог нафиг. Это прям реально масло масляное. Окаменелый камень. Что тупее может быть? Не, ну в принципе, да, масло масляное это тоже тупое, но окаменелый камень это прям охренеть. Это то же самое, что, я не знаю, там водная вода, да, или огненный огонь. Я как сказану что-то. Так. Все. Смотрите, что мы сделали в этой серии, ребята. Мы, мать его, наконец-то прокачали этот конченый орб, который прям уже меня всего измучило, потому что 300, мать его, убийств, 350 убийств, это офигеть как много. А если еще учитывая то, что мы собирали, во-первых, и на орб, во-вторых, мы еще собирали на мастера Бола, это вообще жопа. Это столько мы покемонов перебили, и столько мы вот этих вещей насобирали, попродавали, что это с ума нафиг можно сойти, честное слово. Но... Мы это сделали, у нас уже есть прокачанный орб, у нас уже есть мастербол, и в следующей серии мы уже пойдем, заспауним, засунем этот, возьмем этот прокачанный орб, засунем его ледяную жопу этого Артикуну и скажем, вылезай, вылетай, выходи на свет, и потом пум, пульнем в него мастерболом и заберем себе.
И также мы сделали фосил клинер, у нас уже был давно. О, какая у меня притча, черт, я натворил тут. Фосил клинер у нас уже был давно, и в этой серии мы сделали фосил машину, короче, мы сделали. Мы уже очистили наш фосил, это у нас Кранидос. В следующей серии мы его разархивируем, да, может так, я не знаю почему разархивируем, но пускай будет разархивируем. И, как я еще рассказал, засунем этот орб в задницу Артикуна, в ледяную задницу Артикуна, и наконец-то мы его заспавим. И, ребята, в следующей части, это я не знаю, в этом, какая это у нас часть, это у нас вроде 20-я серия, да, я просто сейчас не вижу, вы видите, да. В следующей части у нас будет 21-я. Мы заспавним Артикуна, и после этого я, ребята, уже начну делать магазины, строить их, да. И вот тогда, в принципе, уже будет все нормально. Мы попытаемся как можно больше потом еще найти легендарных покемонов и сломить их. Но сейчас, знаете что? Сейчас дайте я включу гейммод. Я ничего брать не буду, не кричите. Я просто-напросто хочу добавить еще в магазин XP Share, чтобы добавить ресурс, чтобы добавить какие-то вещи в магазин, да, нужно их взять с гейммода, потому что откуда я их возьму, да? То есть их нужно туда все-таки как-то засунуть. Что я еще забыл? Что еще? Какая у нас, ребят, какая у нас стоимость будет вот этого? Нужно подумать. Ну, сейчас, дайте я еще раз взгляну. Орб 3 монеты. Мастербол 12 монет. Значит, XP Share у нас будет 8 монет. Я думаю, все согласны, я думаю, ничего в этом такого нету. XP Share за 8 монет, это, мне кажется, прям идеальная цена. Так, где у нас? Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. И ставим в наш магазин. Это сюда. Замечательно. И вот у нас в магазине уже появился XP Share. Круто. О, куда бы еще сгонять, ребята? Куда бы еще сгонять? Big Forest. Я не знаю, в принципе, в Big Forest, что мы можем найти в этом форесте. Иви. Да, мы можем тут найти Иви. Только... что Иви вроде тут спавнится довольно-таки даже часто, но чтобы ее увидеть, заметить в этом огроменном лесу, это реально большая работа, потому что не так-то и просто ее тут увидеть, вот эту Иви в этом большом лесу. Но все же попытаемся. Я не знаю, кого мы еще можем словить, кого бы я еще хотел словить, честное слово. Ладно, пускай Иви там гуляет, горы. Горы, что это тройка? Вот это три, это хрен его знает. Это, наверное, пустынь, а хотя фиг его знает, что это такое вообще, что я тут вообще забыл. Но это, мне кажется, пустыня, да, то есть вот она. Наверное, все-таки так оно и есть, я не знаю. Просто нужно подписывать, Эдисон, нужно подписывать вот эти свои поинты, когда ты их делаешь. Потому что вот так ты приходишь, ты не знаешь, что у тебя тут находится, и нужно искать. Ну тут реально пустыня. Зимний биом, Big Forest, Spikes, дом. Это что, дом, это вообще... Ага, то есть, ага, но это нужно удалить, джунгли, у нас точно, у нас еще джунгли есть. Прикиньте, сейчас вылезет Мью, ну просто прикиньте, она сейчас реально вылезет. И где-то тут заспавится. Было бы круто, но я бы ее даже смог словить, да, то есть это было бы круто, потому что мастербол у нас все-таки есть, я бы даже смог словить Мью, с одной стороны. Но с другой, как бы я ее нафиг увидел в этом большущем лесу. Покерадара-то у нас нету. Манки. Я не знаю, честно, ребята. Я пока что не знаю, куда мы можем вообще пойти. Вряд ли, конечно, Мью заспавнится. Это вообще, ребята, чтобы какая-то легенда заспавнилась в этой новой версии, это прям жопу нужно порвать, и то она вряд ли заспавнится. Генный биом, остров. Райдон. Я, если честно, не знаю, каких у нас еще биомов нету. Честно, я не знаю, ребят. Ух. Ребята, может, словим Белдума? Кто не знает, в Белдума шанс поимки Белдума такой же, как в легендарного покемона, если вы не знали. Конечно, ребята, я не говорю, что легендарного покемона нереально словить с помощью обычного бола. Я это не говорю. Его легендарного покемона, конечно же, можно словить и, в принципе, возможно словить с помощью обычного бола. Но
Это, ребята, не так-то и просто. Там кому-то повезет, он может его словить с одного бола. Кому-то не повезет, или, в принципе, как обычно, он может его словить с помощью 200 болов. И то может. Также с Белдумом, ребята, есть какой-то шанс. Вот видите, то есть он даже секунду там не думает, оставаться ли мне в этом конченном боле и сразу же вылезать. Он даже не думает. Он просто кидаешь в него бол, он в ту же секунду вылазит. То есть так же, как с легендой. Конечно, можно попытаться, но это будет или очень долго, или просто, я не знаю, невыгодно, да, потому что вы потратите просто-напросто большущее количество болов, и то не факт, что вы сможете словить. Поэтому, ребята, я не в курсе, честное слово, сколько там уже серий. Охренеть, серия уже... Ребята, все, давайте уже на этом заканчивать. Серия уже реально очень долго идет. Давайте уже возвращаем. Хотя, в принципе, даже давайте тут закончим. Практически часовая серия, ребята. Дайте мне передохнуть, потому что... Час вот так тараторить без остановки. Это реально просто жопа. Я уже так пить хочу. Я сейчас, наверное, пойду там, не знаю, целый... кувшин выпью, если у меня там, конечно, найдется кувшин где-то, да, я просто не знаю, почему кувшин, я сказал. Иди в пень, не хочу я тебя ловить, Оникса я пока что, я не знаю, Оникса, в принципе, можно будет потом словить, но только потом. Арона можно словить, Арона, но тоже, наверное, потом. Я не могу, да, летать на Пиджиота, нужно его прокачать. Ух ты, 47 уровень, охренеть. Ну, ладно, иди ты в пень, короче, ребята, на этом мы заканчиваем. Я повторю то, что я говорил в начале серии. Если вы хотите больше видео Пиксельмона, если вы хотите длинные серии, ладно, не всегда часовые серии, потому что, ребята, часовая серия это прям утомляет, я не могу сказать как, но просто охренеть, как утомляет часовая серия. Я уже реально такой сижу, плюс к тому мне нужно сегодня вставать, проснуться в 6 часов утра, потому что, ну, мне там нужно сходить куда-то в 6 часов утра. И послезавтра мне нужно будет проснуться в 6 часов утра. И вроде послезавтра мне тоже где-то в 6-7 часов утра. Охренеть, я только сейчас об этом вспомнил, что мне нужно... А сейчас, знаете, сколько у меня сейчас времени? У меня сейчас 12:30 ночи. Мне нужно встать в 6 часов утра. Мне осталось спать 5,5 часа. Это сейчас мы закончим эту серию. Мне час ее монтировать, потом час ее... залив, нет, час выставлять на заливку, делайте вот это все видео, картинки, и я, короче, усну где-то, может, если повезет, в 2:30 ночи. То есть, короче, я буду спать около 3-3,5 часа. Охренеть просто, ребята, охренеть. Но я надеюсь, это заслуживает лайка, ребята. Я еще раз повторюсь, если вы хотите больше серии Пиксельмона, если вы хотите, чтобы следующая серия вышла завтра, и чтобы она тоже была, я постараюсь сделать ее как можно длиннее, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Да и, если честно, не только за этого, просто-напросто тоже, ну, поддержите меня, я буду очень сильно рад, потому что часовая серия, это реально охренеть, и я сейчас повторюсь, мне сейчас, наверное, осталось спать 3 часа. Поэтому, ребята, я думаю, это тоже заслуживает лайк, и я буду очень сильно рад и очень сильно благодарен, если мы все-таки наберем где-то 1000-1100 лайков, это вы выразите поддержку мне, а я вам... В честь этого завтра выпущу новую серию Пиксельмона, потому что, я думаю, вы тоже этого заслуживаете, если вы, конечно, поставите лайк. Также, ребята, еще раз повторюсь, я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вам нужно, это просто-напросто оставить свой комментарий. Что вам угодно. Если у вас есть какой-то вопрос, совет, пожелание, пишите. Я прочитаю ваш комментарий, постараюсь на него ответить, также с вами пообщаться. И кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Я действительно рад каждому новому подписчику, кто вступает в нашу большую дружную семью. И как видите, я делаю большие серии для своих подписчиков. Поэтому буду рад, если вы все-таки подписаны. А кто меня смотрит и не подписан, подпишись, да? То есть промотай колесиком мышки вниз или что ты там на телефоне сидишь. И подпишись, снизу есть кнопочка. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Ребятушечки, давайте уже заканчивать, потому что я уже засыпаю, а мне еще охренеть, сколько всего нужно сделать. Я прям умру в 6 часов сегодня устать. Охренеть просто. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.